Нет, мы просто, отдаем себе отчет, что владельцев разного вида. Саш, мне интересно, ты специально на него так умеешь, чтобы наклоняться каждый раз? А он, я уже как-то тут пытаюсь, чтобы он не свистел. Телефон там. Телефон прибрати? Нет, это не телефон свистит. Это действительно телефон свистит. Заводится. Я вот поэтому так сказать. Смотрите, мы просто отдаем себе отчет в том, что ну, владельцев оружия много, людей, которые принимают обсуждения, много. И самый лучший год, когда этот закон можно принять, это как раз 2014, накануне выборов. Ну, потому что, ну, вообще наши депутаты, они лучше нас слушают накануне выборов. По любому вопросу, не только по этому. То есть, если вы что-то хотите принять, вам нужно накануне каких-нибудь выборов это делать. Потому что в остальное время у них как-то слушательная способность снижается. Ну, все честно. Ну, все как есть, да. Поэтому, но я думаю, что действительно там до мая, там, может, успеем, да. Ну, почему? Правильный выбор выбрали, правильно. Мы не убирали. Так склалося зорі. Тобто тут, там не встигли, хотіли. Хотіли в травні розпочати, там ми встигли доробити, почали з вересня. Може, у кого ще якісь питання є, будь ласка? Якщо є. Якщо наші англійські подаються, почали в вересні закінчені. Друзі, так я бачу, що питань насправді немає. Значить, під час нашої розмови ми дали вичерпні відповіді на всі питання. Тому ще раз всім дякую, оголошую засідання закритим і наголошую на тому, що наступне засідання буде десь за місяць. Суворим дотриманням регламенту і порядку в день. Дуже дякую всім. Спасибо.